так быстрее будет. Пошли, пошли. Ты можешь спокойно привет сам заполнить и за себя, и за Иру. Просто идентификатор, то, что он тебя сверху спрашивает, чтобы ты понимал, где твоя форма, а где ее. Просто пишешь любое название, Максим, Ира там. И заполнять ты можешь сам за всех, без разницы. Да, давай. Дима, Дима, Дима. Что? Да без разницы, давайте, конечно. Ну, мужчины все-таки симпатичные. Юр, я даже не буду смотреть. Я говорю да тебе всегда, Юр. Юр, это твое решение. Я не хочу за тебя принимать решение. Что ты мне задаешь вопросы, которые ты сам должен принять? Что ты с меня ответственность перекладываешь? Юр, я не буду смотреть. Подавай. Никто не хочет на себя брать ответственность. Посмотри сам, прими, я не хочу потом переделать. Я говорю, так твое решение. Все, работа, ты решил, борзел, говорю. Мамка Саша, ну я тебе. Гусеница. Баба Саша, я вас кусаю. А все потому, что очень сильно любит все контролировать. Я не к этому привык. И тебя, Ир. Да. Улыбайся. А че улыбаться? Тебе красиво ходить. Я поезда, нет, это поезда. Не улыбайся, я сказал тебе, не улыбайся мне. Тут все такие красивые. Ты знаешь, футболки и ветровки. То есть у людей разные у всех эти. Ну тут, блядь, в курточке надо ходить. Не, ну то понятно, день, ты еще шапку бы одел. Я бы одел, у меня голова уже нет. А тебе не холодно? Ну ты ж видишь. Заебись, да? Супер вообще. Извини, только 9 часов. Мы по их времени во сколько вылетаем? В 3. Ну, в 12 поедем. У нас 3 часа еще гулять. Это же классно. Не, я мне по кайфу, бля, я могу быть 5 часов. Кроме того, что портфель немножко тяжелый, но то такое. Да. Портфель, блядь, еще крепче. Я бы не сказал, что я прям по кайфу прям гуляю. Ну что, девочкам перегрузим портфели? А, конечно. Да нет. Девочки у нас сильные. Ножки покачайте. Хотя будет подороже, я. Меня? Да. Не, я просто ухожу правее, знаешь, иди уже поправее. Держись. Никакой месте. Вот я буду проявлять слабость. Что ты ржешь? А что нет? Жапультре. Можем мы туда в дырку пойти, а можем направо. День, пошли в дырку. В один. Ну мы сейчас пойдем туда. Ну везде все погуляем. Пошли в дырку, ты же хотел в дырку. Ой, вообще круто, блин. Ну там тупик, Саша. Думаешь? Уверен. Ну поснимай. Так там тупик, что снимать? Туда идем. Там тупик. А, ты думаешь, не тупик? Думаю, кто пройдется и скажет, что там не тупик? Там приключения нас ждут. Чего? Кто-то не хочет пройтись? Ну ладно, там не там тупик, посмотри. А? А какая разница? У нас хороший оператор. Интересно, куда шел снимать? Я не уверен, что у нас попадаешь или нет? Попадаешь, попадаешь. А, он на нас снимает, я не понимаю. Еще как, блядь, попадаешь. С
Саш, твою ряху тяжело не попасть. Так, все, сегодня уже все, что могли, покушали. Дальше бизнес классе. Да, дальше кушаем только бесплатно. Я жрать хочу через 20 минут. Для меня это не омлет, это предстарт омлета был, блин. Я вам сейчас покажу, как мне жена с утра делает. Зай, скажи, для меня это разминка перед омлетом была, блин. Что это? На омлет говорит, он красиво готовит. То, что его мало было, это правда. Запорожские колхозники на отдыхе. Собрали урожай. Собрали урожай, решили отдохнуть. Вот это красивое здание, кстати, блядь. Конечно, записали на камеру, я же здесь был. Deutsche Bank. Красивое заведение, все. Часы по $20. Снимать дальше, да? А? Снимать? Да? А ты так все время ходишь? Все, путешествие? Ногу снимаю. И ногу снимаешь, если все видишь. Интересно посмотреть там. Через 10 лет будет интересно. Ну, в хорошем качестве. Вспоминаешь. Слушаешь, мой пиздеж. Теперь и мой послушаешь. Удобно снимать спелку. Не-не, очень удобная штука. Потом можно еще послать его раз. Вам. Я еще не ел. Уже на сотку посидели, блин. Ел за килограмм, а ты за бак. Я всегда за бак. Получаю бетон, наверное. Ну, я думаю, говно, Саш. Ну да, ну похоже по цвету на бетон. Дай проходи, бля, быстрее. Ты меня орешь.
Да я тебя ж двигаю, ты, а ты встал и смотришь на нее. Я бабу хотел, чтобы не сбил. Да, ну это ее проблема, блядь, она втыкает. Красотища. Поехали в аэропорт. А это оно, здание? Это ж не оно. У них только 9 часов, правильно? Да, просыпается. А помнишь, мы с тобой в Вене ходили тоже в отеле, там хороший отель был такой, ресторан при отеле, да? Там локейшн. Там очень богатый интерьер. Так, все, я буду это фотографировать. Это уже самый главный собор. Мы пофотаем, как они будешь фотографировать. Пошлите прямо туда, наверное, с той стороны красивее. Я на реставрацию. Пошлите сюда. Ленчик. Пошли, компания. И голуби, и голуби. Мальчика возьмешь на секунду? Поснимаешься. На такой площади неприятно, потому что сильно дует. Да? Класс. Супер, Саш. Тебе нравится. Скажи, пока любитель. Ты любитель. Надо денчик. А вот. Пора вставать. 9 утра. Пора вставать. По сколько они? По 5 евро? Да? Ну, плюс-минус. Не, ну, слушай, мы хорошо посидели день. Заведение именно по локации, по виду. Кухня и обслужка, кухня, она всегда плохая. Шляпа полная. А именно заведение крутое. Фу, жареная рыба воняет. Ой, слышишь? Да. Слышишь, зрения, вот, скумбрия. Локации, да. Шкумбрия воняет день. Да, это так, Зай, помнишь? Стамбул, помнишь? Твой любимый. Шкумбрия. Умарио, который был. О, пират идет, Ир. Хватало прийти в Вену, чтобы мазить мои четыре. Кофточку хотелось. Все, я понял. Поснимаю, отвечу. Теплую кофточку. Кофточку. Воняет очень скумбрия жареная, капец. Я думаю, нет. Знаешь, я... А вы что, с Германии летите? Я не понял, откуда вы летите? Origin? Я там Origin поставил вас. Origin красивый, перевод. Я поставил вас.
Вот туда оборот, а для Украины. Или завтра Украина будет по-любому. Я думал, Арина, откуда ты летишь? Ну, по логике должно быть. По первичной, а вы же не прилетели. Я не хочу узнать прямо. Я себе Украину поставил, а потом Москву, да, ну потому что, ну я не думаю, что это принципиально, на самом деле, поэтому у нас есть обзор, это у меня это, другой Москву уже летит, в пятницу, тоже в Барселону, и тоже в розыск. Я надеюсь, что они будут у нас половать погулять с ним. Кто это? Ну, по любви, коллеги по работе, нормальные ребята. Прям коллеги, у меня нет коллег по работе, блядь. Ну, а у тебя есть коллеги? Подрядчики, проектанты, я не знаю. Коллеги, я им заканчиваю. Я устала, на. Для меня коллега, это все уже сказал, что колесник. Ну да, колесник же коллега. Коллега. Делаю это. Делаю это. Делаю. Вот. Да здесь зачем сейчас? Мне ничего не знаю, это шутка сам делал. Спасибо. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Костюмчик взял в поле, забрал, поехал. Они опять меня затянули. И хуй на мою жизнь. Опять они меня затянули. И хуй на мою жизнь. А хватит. Родители будут смотреть видео. Еще, а Денис матерщинник. Я что-то редактирую, Саша. Я ничего не буду редактировать, я выставляю в том видео, в котором есть. Ну что, все равно одни маты день всегда. Ну все равно маты разговаривают. Красиво. А они зеленого цвета или адальтон? А? Они сверху зеленого цвета или адальтон? А я не понимаю, это уж странно. Какая церковь? Чи, да? Да не, о чем он сидит? О чем он сидел? У него забрали права просто. На 3 ляма, да? Да, слушай, что такое для них 3 ляма? 50 тысяч долларов. Я до сих пор не могу понять, лям это 20 тысяч долларов или сколько? Лям это 13 где-то сейчас. 13 тысяч? То есть в хардкоре, когда они на 100 тысяч спорят... А это 1000 баксов в день. И этот мега крутой... Сулянов? Нет, ну Толя, который спорит с этим чуваком, который сейчас представляет много бойцов, Хачик. Да, да, да. А я не смотрел. Нет, 100 тысяч много, брат. 30. Да у них бабок нет ни у кого, бомжи. Да посмотри нет, на этого, как его, пулеметчика. У него бабок нету ни копейки. Чисто он зарабатывает тысячу. Если он 1000 баксов зарабатывает в месяц, он будет самым довольным и счастливым. Не, ну мы смотрим, для нас это развлечение. Да конечно, слушай, вообще. Слушай, ну, красивое, они еще не умеют. Красиво, видно. А мы идем на центральный площадь тоже. Красиво. Полбро. Ну ты что, видишь, старый город, они плюс-минус всегда одинаковые, идешь, типа центр, вот эти все магазины. Ну, интересно, вот, а почему у них брать? Как у Богдана. Да, все надо смотреть. У этой было 4. Не, я же понимаю, что со всеми можно торговаться еще тоже. Мне кажется, знаешь, мы когда приезжаем в Вену, мы все время ходим одной и той же дорогой. А я жду, там будет Лагерфельд, а потом там лошадки, которые ездят по кругу и какают. Я так и вел, в принципе, и хотел пройти. Если бы еще ветра не было, вообще, пацаны. У меня в избранных Дольче Габбана стоит твоя Ира. Это же Луис Виттон будет. Где-то здесь, наверное. О, прошли. Он закрытый. Ну,
заряжает что-то, видишь. Массимо Дути. Массимо Дути, когда мы летим в Барселону... Я на подъебочки не реагирую. Что ты звали? Это мы в парк заходим. А пойдем созволять, вон делать нечего. Это парк, да? Ну там какой-то, да, я просто забываю, то ли какой-то дворец там дальше, бесплатный вход. А у них, я помню, смотрела, что-то такое центральное кожа, и тебе в голову не дует? Подует, ну понятно, день. Ну, не, я просто потом... Голова болит. Может болеть, конечно. Конечно. Ну прям простудиться я вряд ли простужусь. Надуть баштан может, конечно. Я чувствую, что мне тоже неприятно. Ну что, я в шапку все равно не одевал. Я одеваю, мне пахнет. Живая пока, еще не холодно. День, я могу тебе ответить. Фототься будем, нет? Нет. Я вас могу пофотать. Ну ее можем сфотать. А потом, день, ну что ты? Когда потом? Когда-нибудь. На пляже в Барселоне? Конечно, как ей. Я думал, как-то... Да, машину пропустит. Хуина на кит. Ну, обычно лошадки по кругу ездят. И какают, да. Ну, я не знаю, куда идти. Просто идем, зай. Можем в парк не идти, пойти дальше гулять там. Ребят, куда скажете, туда и пойдем. Куда бы вы хотели? Или эти все достопримечательности ваши? Не, они мне нравились, это третий раз. Ну, скажи, куда ты хочешь. На 4 года больше, как водяга. Какушечки. Фу-фу-фу. Шмели. Голову, конечно, немножко надувает, да такое. У тебя нормально? Не, голову у меня как раз не надувает, но смешно очень. Сиси музей. Дальше, конечно, мы уже в парк просто перейдем. А? Дальше мы уже выйдем в парк.